Сегодня, 4 января, завершился третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Общая длина участка составила 636 километров, а протяженность у спецучастка 255 километров. Победителем в зачете мотовездеходов стал польский гонщик Марек Гочал. Вторым по итогам этапа стал его брат Михал. Третий результат на финише показал еще один представитель Польши Арон Домжало. Российский гонщик Сергей Корякин по итогам заезда показал шестой результат. В общем зачете мотовездеходов лидирует Остин Джонс. Напомним, что 44-й по счету Дакар стартовал 2 января в Хаиле в Саудовской Аравии, а завершится 14 января в Джидде.